Добрый день, дорогие друзья, с вами снова Некрос, и добро пожаловать в ретро-игру Blades of Vengeance. Решил я записать ретро-игру на ночь глядя, вдохновившись новым микрофоном. Ну что ж, это будет первый взгляд, полностью игру я не пройду, я лишь посмотрю, что это за игра, потому что я никогда в нее не играл. Так, но я уже знаю, я уже в курсе, что тут есть три персонажа. Это девушка, воин и пожилой маг. Вот давайте-ка за него мы попробуем поиграть. Так, и нам некто говорит, вы должны сперва пройти через горы огня, огненные горы. Легенды гласят, что есть великое огненное существо, которое никому не даст убежать. Берегитесь его глаз. Так, а значит, что в плане управления? А, он может, смотри, он может кидаться. Ну, это как кидаться-то? Не сюрикены какие-нибудь, это магия, господа. Так, а может он... А, он в воздухе может даже колдовать. Нифига прикольно. Так, другие кнопки ничего особенного не делают. Есть тут скролл вот такой. Это настройка камеры. Я такое... Ну, редко такое вижу в ретро-играх. И камера, я так понимаю, она сбрасывается на обычное свое положение, да? Да. Камера более-менее центрирована, что неплохо. О, ага, но я... Я, честно, я не знал о том, что мост тут падает, я мог только догадываться. Как-то видел, по-моему, прохождение в дяде Жени и примерно понял, что эта игра не так уж и проста, как кажется на первый взгляд. Так, я так понимаю, да, сундуки надо разбивать, мы из них что-то получаем, но я себе решил не спойлерить, что именно мы из этих сундуков получаем и как этим пользоваться. Но... А, секретка, да? Да, или что-то подобное. Здесь вроде как какие-то предметы есть. Так, это... Ага, смотри, мы можем переключать хилинг. Сильвер, это что? Это что-то, и оно вроде как... не работает. Но то, что мы лечиться тут можем, это понятно. Ага. Еще я... А, ну это у воина я заметил, что если кнопку Б зажать, он идет как бы лунной походкой. Тихо. Но персонажи довольно крепкие. Сложность я не менял. Все-таки я эту игру вижу, ну можно сказать, впервые. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, а что теперь делать? Я могу? По правилам таких игр, я, по идее, должен отойти назад, и мостик должен... зареспавнится заново. Да, да, да. О-о-о-о. Ну, разумеется, тут не может не быть врагов, это понятно. Музыка, в принципе, ни на что не похожа, как по мне. То есть я прям не могу эту игру ассоциировать с какой-то еще. Так, а... А куда дальше-то? Да ладно. Смотри-ка, персонажи тут очень сильно высоты боятся. Так, давайте-ка я попробую хилинг. А, это вообще инвизибилити, это невидимость. Хилинг. Можно хилинг? Как использовать хилинг? А, понял. Кнопка А. Надо выбрать хилинг и... кнопкой А. Уху-ху-ху. И да ладно, он меня задел, прикинь. Не, ну то, что пожилой маг может колдовать на расстоянии, это, конечно, выгодно. Но должны же быть какие-то у него недостатки. В виде малого количества жизни, например, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я не думал, я знал, что этот мост так, ну, как бы,
может распадаться, но не думал, что настолько быстро. Этот жирный какой-то. А чё он? Чуть ли не бессмертный, что ли? Слушайте, ну игра уже мне простой не кажется, если честно. Может, конечно, я чуть-чуть тороплюсь. Но это точно не простая игрушка. Но пока что она не супер быстрая, то есть... Ага. То есть вроде как реагировать можно на врагов. И, кстати, круто то, что у него вот эти вот звездочки. А, я же могу скролл сделать, да? Ого. Что-то мне кажется, что вниз я лучше не пойду. Ага. Слушай. А я вообще уровень-то пройду? У меня жизни-то совсем не осталось. Воу-воу. Это кто? Это, короче, знаете, кого он мне напоминает? Персонажа из игры Gods. Не знаю, помните вы такую? Это что? Да ладно! Короче, ребята. А ничего не напоминают эти звездочки? В общем, ответ. Что эти звездочки напоминают? Помните игру Superplex? Точно такой же там был визуальный эффект. Точно такой же. Вопрос, что я подобрал? Хилинг. Force Field. Ну, это, видимо, щит какой-то, да? Так. Баночки с хилом лечат где-то... Подожди, а и что теперь? Куда мне идти-то? Неужели вниз? И это, смотри, зареспавнился обратно. Воу. Ну-ка. Так, управление четкое. То есть, четко. О, ого. О-о-о. Ой, жестко что-то. А что они такие жесткие-то, слушай? А, они с одного удара, да, уничтожаются? И больше не появляются новые. Будем знать. Погоди, а у меня, по-моему, изменилась магия, смотри. Да, какие-то... магические капли. Вместо звезд. Пам. Слушай, ну хоть лава с первого удара не убивает, а то ладно. Я помню, что тут босс был не слабый такой. Долгий даже, по-моему. Так, сейчас проверим. Тут же секретки. О! А-а-а! Подожди, что-то выпало. Ну-ка. Еще хилинг? Давай еще хилинг. Сильвер, может быть, тут предметы можно покупать за сильвер? Бласт. Какой-то бласт. Это, причем на один раз бласт, заметьте. Может, это штука, которая всех врагов на экране уничтожает? Вы заметили, что дверь кажется заваленной? Тупо заваленной. Так, а... А, ну магия стала посильнее. Теперь они с одного удара отваливаются эти. Ну-ка. О-о-о-о-о-о. Тише. Так. Я этой игре не доверяю. Тут полно ловушек. Тайминги. Не слишком сложные. Нормально все. Ага. Вот хорошо, что тут управление отзывчивое. Это прям радует. Очень-очень отзывчивое. Привет. Нифига себе, они ловкие. Так, а вверх я не могу колдовать, да? Не, не могу. У воина я заметил, если вверх зажать и удар, то там другое, ну, другое движение. А я обратно-то вернусь? Мне вот интересно. О-о-о.
Я надеюсь, что за то, что я сюда пришел, мне игра сокровища даст. Ну да. А вместо этого я по голове получил. И куда я пришел в итоге? Зачем я сюда пришел? Ну-ка давай. Да ну нет. А, не, все нормально, нормально. Держимся. Тут тайминг жестче, кстати, заметили? А, платформы уже стали туда-сюда плавать. Слушай. Ну, надо сказать, что персонажи, ну, неплохо так удары выдерживают. То есть, они достаточно... Так, ждем. Должен вывалиться сундук, по идее, да? Для тех, кто не спешит. Тун-тун-турун-тун-тун. О, босс, да? И чё, и чё, и чё с ним делать? Я так-то не смотрел, что с ним делать надо. А как от него уворачиваться-то? Честно говоря, непонятно мне это. И что мне теперь force field делать? А, да. Я так полагаю, force field недолго держится. Ну да. А если я вот... Ага. А! Он меня задевает. Не, слушай, я честно, я не понял, какой перепрыгивать. А мы продолжаем битву. Я тебя понял. А, все, я победил? О, не-не-не, нифига. Он еще больше разозлился. Да, он что-то жесткий-жесткий. Он разозлился прям не на шутку. То есть его перепрыгивать можно, но для этого нужно прям в тайминг попадать. О, не понял, не понял. А вот интересно, он сюда полетит или нет? А, нет, то есть можно было... Слушай. Нет, так-то если с самого начала я бы уворачивался бы... Так я могу его здесь подождать, разве нет? Да, ну, что, настолько простой, что ли? Что так раньше-то я не додумался до такого. Не слишком храбрая тактика, не слишком разнообразная, но зато работает. Окей, ладно. Если слишком спешить нажимать кнопку удара, то, видите, он не прыгает. Ну все, победил, не? Победил. Окей, ладно. В итоге бластом так и не воспользовался. Ну что поделать. Давай дальше продолжать играть. Теперь ты должен искать башню. И вход в башню находится где-то в катакомбах. Где-то тут был убит какой-то там король. В какой-то яростной битве. Его призрак до сих пор гуляет по этим тоннелям. И жаждет крови.
экипируетесь мудро. Вот это я сейчас не понял. Что значит эквип? Так, а я покупать должен, типа? Ну, я буду хилинг покупать. Я не могу купить больше одного хилинга? Why? Кост 3. А, у меня 3 сильвера, получается, стоит 5 хилинг. А этот вообще 8, понятно. Короче, one healing, please. А этот скелет не сулит ничего хорошего. Ребята. Нифига себе тут монстры. Это что такое? Это хорошо, что они не шибко умные бывают. Я уверен, что здесь какие-то еще другие приемы есть. Ну, может быть, конечно. Какие-то кнопки надо еще понажимать. Пум-пум-пум-пум-пум. Ага, я тебя понял. Ну, он сюда не пойдет. Он глупенький. Тур-ту-тум. Так, тут есть? Нет, ничего нет. Но пока легко. Угу. А, я еще могу по ногам пробивать им, да? Но что-то они очень жирные. Это, я так полагаю, нормальная сложность. Но они, конечно. И что, и куда? Нет, господа, я это... Я в курсе, что дедушка старый, и он не любит акробатические... Вот эти вот приколы. Так что надо постоянно смотреть. Ну и на том спасибо, что эти летучие мыши с одного удара отваливаются. Я, знаете, даже о чем подумал? А вдруг тут будет мимик? В каждой игре должен быть мимик обязательно. Это же прикольно. Это всегда... Типа, ты никогда не знаешь, какой сундук опасен. Вот этот скелет по-любому... Так, он пойдет за мной? Да, прикинь. Он идет. Но сюда-то он не пойдет. Он пошел. Я тебя понял. Ну, мы зна... Я понял тебя. Тихо. Мне кажется, ли он боится летучей мыши? Вот сейчас такое ощущение было. А они спавнятся постоянно. Я все время обращаю внимание на то, что что-то мигает на столе. Я все время думаю, что это там мигает постоянно. Я отвлекаюсь, это оказывается аудиокарта мигает. Когда я начинаю погромче говорить, то видно, что там... Показывает она, какой я громкий. Некоторые говорят, что я, типа, тихий или стал тише, чем раньше. Честно, я не понимаю, как так. Я не понимаю. Я выкрутил на максимум громкость наушников, посмотрел свои видосы новые и понял, что со звуком у меня все в порядке. Так что... Непонятно, как такое может быть. Ой, многовато что-то у вас... Мне вот интересно, ну, я не играл за других персонажей, но, типа, они не настолько имбовые, как этот дед. Типа, должна быть какая-то, ну, разница между ними. Ну-ка. Слушай, а там что-то есть ведь? Да? Да, там что-то есть. Только я обратно не попаду, скорее всего. Так что я наверх пойду. А то и вообще там ловушка может быть, кто знает. Пум-пум-пум-пум-пум. Ой, только тебя тут не хватало. Хотя... Хотя... А, ну... Я боялся, что он допрыгнет. А, да ладно. А, новый не заспавнится же? Ну... Тот-то не пропал. О, опять бласт.
Причем бласты пропадают, да? Нет, накопился бласт. Но это... Я думаю, что это все-таки штука для того, чтобы уничтожить всех врагов на экране. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну как так-то? Ты че? Тун-турун. Тун-туру-дун. Так, ну теперь уже вниз спускаемся. Давай бласт посмотрим. Мы же делаем типа обзор. Да, да, да. Это оно и есть. Это именно то, о чем я думал. Кстати, у меня еще привычка такая, я пытаюсь говорить не в сам микрофон, а выше, потому что что-то мне не нравится и вот это. О, так я еще и не могу вернуться. Да, шипы, конечно, это обидно, но хилинг это важно, хилинг это пол хп. Вот, у Блети просто там захват звука был по-другому. То есть нужно было говорить не в макушку микрофона, а как бы в переднюю часть. А тут я говорю в макушку микрофона. Еще непривычно то, что типа микрофон в воздухе висит, а не на столе. Поэтому я привыкаю. Но, конечно, с этим пантографом новое слово выучил, да. Гораздо удобнее, гораздо удобнее. Потому что этот Блюетти, бедный Блюетти, он так часто падал. Ну как, не то чтобы прям часто, но падал так, что все соседи во всем доме понимали, что «О, это у Некроса Блюетти». Ясно. Опять уронил, короче. Ой-ой-ой, не надо. Не надо бить. А, погоди. То есть через текстуры магия летает. Понял. Будем иметь в виду. Я опять же сейчас иду, скорее всего, не туда, куда надо. А значит, за сокровищем. Главное не свалиться отсюда. А то деду не поздоровится. О, я так и думал, что спешить не надо. Надо всегда проверять, кто там за экраном. А тут так вообще непонятно. И чё? Ой, ребята, я, кажется, понял. Сокровище было вот у него. Да? Да, слишком жирный. Да, 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 да. И чё, и всё, один серебряный? Один серебряный мешочек? А нет, хотя... О, тише. Вот так не надо. Вот так со мной поступать не надо. Слушай, я чуть-чуть было сейчас не сорвался. Я кнопку прыжка там чуть-чуть зажал. Так, ну я стараюсь играть аккуратно, как видите. Потому что... Ой. Ой. И чё? И куда? А, угу. Мышь. Мыши, как медузы в Castlevania, постоянно спавнятся, но они хотя бы летают не по синусоиде, да? Ну, хотя нет, по синусоиде, но не по такой жесткой, как в Castlevania. Пам-пам-пам. Когда же я уже усиление посоха получу? Вот это у меня такой вопрос. Ну, у них, конечно, слабость очень... хорош, не надо. Не надо. У них есть слабость в том, что они пока замахиваются, можно попить чаю сходить, покушать зефирки, отдохнуть, прийти и увернуться. Опять ты. Угу. А вот мне кажется, вот именно по низу он атакует быстрее. Нет? Нет. Он как будто бы блок ставит, да? Вот блока тут не хватает. Мне все-таки кажется, что я использую не все его скиллы. Мне кажется, что он может больше. Просто я, может быть, не все знаю об управлении. Спрыгивать он не может, да? А, там нет ямы.
Вот откуда она появилась, да, эта летучая мышь? Откуда ни возьмись просто, раз и появилась. Не-не-не-не-не, я так не играю. Вот так я играю. Далеко не надо было отходить, потому что... О, он бы зареспавнился. Ну вот. Из-за этого серебряного теперь урон получать. А он, наверное, заново зареспавнится, нет? Нет. Кто-то респавнится, кто-то нет. И, скорее всего, этот кто-то — это летучие мыши. Мне кажется, сейчас красный появится. На. Но он прыгать не будет. Ну и что, он будет меня тут это кемпить? А, он... Я понял, он... Не отличается умом и сообразительностью. Он не птица-говорун, ясно. Что-то босс, мне кажется, будет. Какой-то коридор. Но я, конечно, говорил, что управление отзывчивое, но не везде. В плане... Я испугался этого булыжника, скажу честно. Почему? Вы спросите. Да потому что обычно в таких играх булыжники с одного удара сносят персонажа. Ну вот, например, в том же Аладдине, да? Там булыжник сразу уничтожал. О, нет, о, нет. Давай, не надо. А чё он бежит прям, смотри, несется стремительно. Жирный. Но слушайте, награда за него хорошая. Хилинг. Хилинг поушен. Всё, а, вот сейчас, наверное, босс будет, да? А давай-ка хилинг. Ну-ка, хилинг. Где там хилинг? Хилинг. Ну... Телепортировала меня куда-то, непонятно куда. Да нет, тут еще боссом даже и не пахнет. Ой-ой-ой. А, угу. Но он не опасен, видите, он отскакивает от наших ударов. Не нравится мне этот. Это кто? Это тигр. Но он тоже не отличается умом и сообразительностью, и за нами он не погонится. Между прочим, красный берсерк или ворк, или кто это вообще, да? Вот он бы спрыгнул с этой фигни и дальше бы за мной пошел. Этот нет. Очень жирный, а ума немного. Что из него выпало? Мидас. Я предполагаю, что Мидас — это штука, которая превращает врагов в золото. Да? Ну, давай сюда. Ну, вот сейчас вот появится кто-то, да? Вот. Прикольно. Конечно, эту штуку лучше использовать, ну, на большем количестве противников. И особенно там, где эти противники сложны, да? Но я вот решил проверить. Да, на летучую мышь, конечно, обидно такие мощные штуки тратить, но... Ну и что? Но он не на... он, конечно, не умный. И не может за нами последовать, да? Перепрыгивать через препятствия. Но он и не глупый, как берсерк. Он на шипы не пойдет. Еще один бласт. Может быть, бласт лучше использовать на боссах. Ну, понятное дело, что Мидаса мы босса не превратим в золото. Это было бы слишком нечестно и неинтересно, правильно? Так, а тем не менее, тут, мне кажется, еще вниз можно, да? Тихо, тише. А, тут тупик. Значит, туда и пойдем. Секрет? Нет секрета. Так, этот что? Давай, давай, сейчас мы его победим. О, отлично. Теперь проверим, вот эти вот мешочки с серебряными, они пропадают или нет со временем? Ну, вроде как нет. И чё? Ещё ниже, что ли, спускаться?
Ну, похоже на то. Ну, давай, поехали. Да. Тихо. О, пауки! Так, ну по паукам я хотя бы попадаю. Я боялся, что по ним он будет мазать. Нет, нормально. Но они как-то очень резко появляются. Никаких предупреждений, ни рыка. Ничего. Ой, из него вывалится серебряный мешочек. Нет? Ой, еще берсерк. Ну, берсерк глупый. Правильно? Нет, что-то он резко поумнел. Я понял. А, они перереспавнились. Потому что я далеко отошел. А, и если я перепрыгиваю через противника, он обратно за мной не идет. Я понял. Я понял. Ой, ну это что-то я... Да, в прыжке он медленно атакует. Это, конечно, неудобно. Мне кажется, господа, если честно, уровни немного затянуты. Ну, правда. Можно было уровни покороче делать. Потому что они становятся чуть-чуть однообразными. Ну, если прям честно. Пурум. Уже пора бы боссу появляться. Я считаю... Ой, это что, пауки? Слушай, я вот не могу попасть. Я могу вот либо выше попасть по этой, по летучке. Либо ниже. Карта какая-то, смотри, это что? Strength. Сила. Ну, вероятно, увеличивает силу. Вы это видели? Мимиков тут нет. А вот ловушки в сундуках, это да. Перереспавниться он не стал, да? Друг. Пам-па-па-пам-па-пам. Ой, тут, наверное, вообще опасно. А ой, опасно. Он же отодвигается при ударе. Ну, тут немного. Подожди. Ну-ка, подожди. А, это что? Вот это сейчас опасно было. Чё я подобрал? А, у меня, видите, блестит, кстати, вот полоска здоровья-то. Это что-то да значит. Нехорошо, вообще нехорошо. А, вот, вот, все. Сейчас я его быстро победю. Побежду. У меня сила в два раза увеличилась. Там урон в два раза больше, как я понял. Это прям заметно. 3, 4. Да, 4 удара. Не 8, а 4. Бам, еще и хилинги. А сколько у нас хилингов? Так, ну давай не будем. О! Все нормально. Хилингов у нас 6 штук. У нас 27 серебряных монет. Ну или мешочков. И это хорошо. Это прям... Прям радует. О, босс пошел, давай. Ой, нифига себе. Звуки знакомые, кстати. То, что неудобно, неудобный босс. Очень знакомые звуки. Но он что-то больно бьет.
А по нему один раз только надо попасть, или что? Я не пойму. Я вообще смогу его победить? Да, по одному разу. Так вот, интересно. Вот этот один раз... Я вот... А, я могу по два раза. Но это считается как за двойной удар, типа, я надеюсь. А, подожди. Нужно бить именно... По глазам ему, типа? А спрыгнуть я не могу, да? Да ладно. Опасно. Боссы тут вообще живучие. Я понял, лучше быть вот здесь. А, и он после своей атаки не сразу урон получил. О! Ты чё? Лучше быть... Вот, ага, вот тут он быть. И я его не ударил, да? Да, да, там тайминги. А где же этот звук слышал? В какой игре? Ой, я чувствую, это надолго. Он сразу наверх. И мне главное не спрыгнуть. Тут нет такой функции. Вот два раза подряд мне его не удается. Продамажить! А у него уже есть какая-то последовательность, где он появляется? Ну-ка, я попробую вот так вот. О, это что летит? Что это? А, это новые атаки, что ли? Нифига себе. О, уже по два раза, нормально. Слушай, ну он не слабый вообще ни разу. Давай я еще подлечусь. Жесткий, жесткий, да. О! Не, не попал. Да ладно, задел. А, если его за экраном не видно, то я понял. Эти штуки отлетают только два раза, да? Да. А, он еще когда руки поднимает, он меня тоже задевает. Что, что, что? Это что это за звук? Звук, кстати, знаете откуда? Из этого. Давай бласт. И чего? Так я сейчас проиграю. И чё? Strength. А, это invisibility. Это не то. Слушай, ну я... А, он за мной появляется всегда. Да, то есть надо двигаться типа постоянно. Да. Да-да-да. Давай, мяу. Нет. Ага, я понял. Мяу. Так, что у меня осталось? Ничего, ребята, я сейчас либо проиграю, либо выиграю. У-у-у, я проигрываю, походу, но у меня еще...
Есть жизнь. Нормально. Это из этого, из червяка Джима звук. Да. Давай, давай, ну давайте мы его выиграем. Надо выигрывать. Я уже по два раза ему научился наносить урон. Но боссы затянутые. Очень. Очень. А, нижняя задевает, видите? Пум-пу-ру-пу-пу-пум. А внизу, кстати, быть очень выгодно против него. Да. А чё ж я раньше так не делал? Потому что по низу, видите, даже уворачиваться не надо. Серебряные. Шикарно. И чё? Загрузка сама? Да. Слушайте, ну, игрушка прикольная, в принципе. Да. Я думаю, очень длинная. Ту-дум. А, какие-то там войны. А, впереди вас ждет северная какая-то наблюдательная башня. Она охраняется... А, она охраняет подземелье заброшенного, потерянного города. А, торопитесь найти дверь в подземелье. Ну и не забывайте, да, пополнять хилинги. Ну, на этом первый взгляд на игру завершается. Господа, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписки и включайте уведомления YouTube, чтобы не пропускать новые видео. Ну и, конечно же, если вы хотите поддержать мое творчество на YouTube донатом, то ссылка в описании. Всем хорошего настроения и всем пока!